До 8 сакавіка беларускія латарэі арганізавалі свята для ўсіх жыхароў сталіцы. Білет купил на Белпоште. Выигрыш урад, доволен. Хороший подарок к 8 марта. Билет проверял по телевизору, в прямом эфире. Выигрыш очень рад был, довольный. Играю в ваше лото давно, постоянно, и хотел бы еще выиграть машину. Мы прогуливались по торговому центру Е-Сити в городе Минске и перед Новым годом решили приобрести. Видите, как повезло. Очень отличный подарок жене на 8 марта будет. Меня зовут Ирина, я приехала из города Витебска за призом своей подруги. Подругу зовут Елена. Вот, и к 8 марта ей будет хороший подарок. Лена, твой сертификат. Привет тебе. Девушка подарила на день рождения. На 8 марта хочу поздравить свою девушку с наступающим 8 марта и сказать ей большое, огромное спасибо. Я обязательно буду еще играть и надеяться на такие крупные выигрыши, как сейчас. Конкурсы, гульні, мноства падарункаў і сувеніраў. Ніхто з гасцей і наведвальнікаў гандлёвага цэнтра БІКС не застаўся незаўважаным. Хай у вашым жыцці будзе многа святаў і падстаў для іх, напрыклад, выйгрыш у латарэю. Галоўнае, памятайце, хто гуляе, той і мае.